Привет! В этом видео расскажу все самое главное об этом гриль-прессе Polaris. Гриль — это вообще очень модное сейчас устройство, но не только модное, но и полезное, потому что с его помощью можно готовить много вкусных и, что самое главное, полезных блюд. Эта модель, кстати, разрабатывалась еще и под контролем швейцарских инженеров. Так что это вдвойне интересней. Смотрим, что в коробке. Ну, прежде всего, давайте посмотрим на него. Дизайн — это крутой современный минимализм. На мой взгляд, он впишется идеально в самые разные интерьеры и в самые разные кухни. Ну, а теперь про техническую часть, про функции для приготовления вкусной еды. Здесь первое, о чем хочется рассказать — здесь съемные панели. Они с антипригарным покрытием. Это покрытие долговечное и максимально безопасное, да, при использовании и безопасное для здоровья. И здесь встроенный нагревательный элемент. Чем это хорошо? Это хорошо прежде всего максимально равномерным распределением тепла во время нагрева. Ну и, соответственно, ваши продукты приготовятся быстрее и блюдо получится вкуснее. Это касается как верхней панели, так и нижней. Ну а то, что они съемные, максимально облегчает уход за ними после использования, после приготовления. Что касается управления, здесь все просто. Вы просто выбираете уровень нагрева, температуру, максимум здесь 240 градусов. Этого хватит для самых разных блюд, в том числе, конечно, и для стейков. Ну и здесь еще есть поворотный регулятор. Второй — это таймер на 30 минут. Интересно, что этот гриль может работать и как классический контактный прижимной гриль, так и как, например, барбекю-площадка, такая домашняя барбекю-площадка для приготовления, опять же, самых разных блюд. Можно там овощи поджаривать, какие-то морепродукты, креветки и так далее. Еще можно устанавливать верхнюю панель вот таким образом. Ну, то есть готовить что-то, что не нужно прижимать. Гриль может работать в режиме, ну, такой мини-печи, скажем так. Кроме того, здесь есть поддон, куда стекают все ненужные жидкости, такие как, может быть, излишний сок или жир с продуктов. И в том числе поэтому, потому как жир удаляется, пища готовится и получается максимально здоровой. И поскольку здесь антипригарное покрытие, то масло во время приготовления можно практически не использовать или использовать его минимальное количество. Он мощный, 2000 ватт здесь мощность, что обеспечивает максимально быстрый разогрев, да, и, повторюсь, нагрев до высоких температур, до 240 градусов. Гриль-пресс Polaris. Осталось только сделать правильный выбор.